Долгие годы главным врачом медсанчасти был Андрей Пулин, но его пригласили работать в первую горбольницу. Сейчас его обязанности исполняет Артем Быстров. Ему 33 года, закончил Ярославскую медицинскую академию. Ранее возглавлял кардиологическое отделение. Если ему предложат руководить больницей, заверил врач, он намерен совмещать административную работу и практику кардиолога. Кадровые решения, которые будут приняты, они будут в общей канве тех изменений, которые мы планируем провести. То есть менеджмент качества, укрепление команды медсанчасти «Северсталь», открытая, доброжелательная атмосфера, культура доверия и развитие людей, человеческого потенциала. В рамках программы «Здоровье Северстали» в больнице уже отремонтировано отделение анестезиологии и реанимации. На это потрачено более 25 миллионов рублей. Сейчас 20 миллионов вложили в стерилизационное отделение. Сюда со всей больницы доставляют инструменты, перевязочные материалы, операционное белье. Сначала у нас здесь будет общестроительные работы. Заменят кафельную плитку, заменят вентиляцию, заменят систему отопления. Собираемся здесь немножко углубить полы, закрыть различные трубы, чтобы было все аккуратно и красиво. Еще месяц назад здесь стояло 8 стерилизационных аппаратов. После ремонта будет всего 2 германских. Разница оборудования в том, что здесь мы работали на гравитационном оборудовании, где присущ человеческий фактор, надо контролировать и по контрольно-измерительным приборам, соблюдать давление, температуру и время стерилизационной выдержки. А то оборудование, которое у нас будет новое, оно форвакуумное. Это все по автоматика будет, вот, где задается программа на оборудование, и на оборудование начинает функционировать. Следующий ремонт запланирован в оперблоке. Кроме того, медсанчасти обновят и приемное отделение.